Темной ночью никак не могу я уснуть. Звезды в безоблачном небе так ярко сияют. Здесь я когда-то родился, и здесь я живу. И я уверен, что лучше страны не бывает. Там, где поет душа, там, где легко дышать и дарит свет места родные. Сердце я не предам, знаю я все, отдам, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так далеко. Но этот адрес счастливый я не забываю. Там, где поет душа, там, где легко дышать и дарит свет места родные. Сердце я не предам, знаю я все, отдам, чтобы жила моя Россия, чтобы жила моя Россия. Спасибо, жизнь, за то, что вновь приходит день, что зреет хлеб и что взрослеют дети. Спасибо, жизнь, тебе за всех родных людей, живущих на таком огромном свете. Спасибо, жизнь, за то, что этот щедрый век звучал во мне то радостью, то болью. За жизнь твоих дорог, в котором человек все испытал, становится собой. Спасибо жизни тебе, за все спасибо.
Здравствуйте, уважаемые суровикинцы и гости! Мы рады видеть вас на этом замечательном празднике. Сегодня день рождения нашего родного города. Пусть каждый уголок наполняется счастьем и радостью. Пусть улицы переплетаются теплыми улыбками и дружескими объятиями. Пусть сердца жителей стремительно бьются в торжественном ритме. С праздником! Уважаемые горожане, вас приветствует заместитель главы городского поселения города Суровикино Ангелина Александровна Баркалова. Ваши аплодисменты. Добрый вечер, дорогие жители города Суровикино, гости, присутствующие сегодня на нашем празднике. Разрешите от администрации городского поселения, от себя лично поздравить вас с этим замечательным праздником, с днем рождения нашего любимого города. Счастья вам, благополучия, здоровья вашим близким, родным. И хочется, чтобы сегодняшний вечер, конец нашего, венец праздника нашего городского, вы закончили с улыбкой на лице и с хорошим настроением. С праздником вас! Суровикино – это частичка всей нашей огромной и необъятной Родины, которая всегда славилась своими героями, которая в любое время выстоит и вынесет все тяготы судьбы, выпавшие на ее долю. Так живи и процветай, любимая страна! Вперед, Россия! На сцене Дмитрий Теникин и хореографический ансамбль «Радуга». Ваши аплодисменты! Чем выше нам
Ваши аплодисменты. Ансамбль спортивно-бального танца «Импульс», руководитель Александр Абрамов.
Для вас поет Виктория Абрамова. Люди так не похожи, разные их пути, но ты пришел в этот мир.